Более 200 спортивных и активных жителей из 23 районов вступили в борьбу за право представлять Брянскую область на всероссийском финале сельских игр. Участникам этой мини-олимпиады предстояло состязаться не только в спортивных дисциплинах. По своим программам многоборья за победу боролись спортивные семьи и специалисты сельхозпредприятий области. Спорт – это не только желание сильнейших быть. Спорт должен развиваться и в сельской местности, и, может быть, даже активнее. Потому что сельский труженик, он не только должен работать на поле, на ферме, но и готовить себя быть сильным и уверенным в завтрашнем дне. Среди приехавших селян есть как опытные участники со спортивным прошлым, уже занимавшие призовые места на прошлых играх, так и новички, для которых подобные мероприятия – возможность приобщиться к спорту и активному образу жизни. Меня пригласили сюда выступать, ну, в составе 8 человек. Ну, мы надеемся на хорошие результаты, готовились, тренировались. За победу. Светлана Горбачевская – лидер команды Стародубского района. Несмотря на то, что по основной профессии она бухгалтер, занятия спортом не бросает. Регулярно бегает, катается на лыжах и 80 раз толкает 16-килограммовую гирю, что не под силу даже многим мужчинам. 27 минут, 28 минут. 29. Спортом надо заниматься всем и всегда, потому что это очень помогает и в жизни, и в работе. И мы занимаемся нашей командой, постоянно встречаемся, занимаемся, ездим на сельские игры. Для нас главное участие. Ну, победа всегда хороша. По итогам общекомандного зачета третье место в зимних сельских спортивных играх заняла сборная Дядьковского района. Вторыми стали жители Выгонического района. А победу одержала команда Брянского района. Именно она отправится в марте на всероссийский финал сельских спортивных игр, который пройдет в Череповце. Дмитрий Кузнецов, Андрей Трушкин, Брянский район.